200 инженеров, студентов колледжей и школьников со всей страны съехались в Ульяновск на 5-й открытый корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills. Им предстоит сразиться в 9 компетенциях и показать свой уровень подготовки в той или иной предметной области авиации. В этом году мы добавили компетенцию по беспилотникам, поскольку это очень актуальная компетенция и будущее авиастроение будет двигаться в этом направлении. Также мы добавили командную компетенцию, связанную с КАМ-технологиями. Тех, кто оценивает мастерство участников, здесь принято называть не судьями, а экспертами. Это квалифицированные работники предприятия Объединенной авиастроительной корпорации, которые прошли специальное обучение по стандартам WorldSkills. 25-летний Иван Шедиков из Иркутска заявлен в компетенции по производственной сборке изделий авиационной техники. Мастерить комплектующие для железных птиц парень начал 3 года назад. Надеюсь победить, настрой хороший, много надежд на меня, постараюсь их как-то воплотить и сам для себя. То есть конкурс такой весомый, поэтому постараюсь выступить достойно. Соревновательным дням, которые стартуют 4 июня, предшествовала торжественная церемония открытия чемпионата. Поприветствовать участников приехал губернатор Сергей Морозов. Хочу сказать и огромные слова благодарности организаторам и за то, что помогают нам воплотить здесь, вот в этом как раз замечательном центре, нашу главную цель. Она достаточно проста и понятна. В очередной раз выразить свое глубоко уважительное отношение к человеку труда и популяризировать рабочие профессии. В этот день чествовали не только конкурсантов, но и призеров финала 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», который прошел в Казани. Из рук главы региона они получили дипломы и денежные сертификаты. В этом году честь Ульяновской области отстаивали 11 ребят. Студент 3-го курса Ульяновского авиационного колледжа Павел Карабицын завоевал серебряную медаль в компетенции окраска автомобилей. Парень признался, что к всероссийскому этапу конкурса готовился год. У нас было 4 модуля, нам надо было сделать, отработать их. Это там крыло, дверь, локальный ремонт. Мы тренировались на этих, проходили все эти модуля и должны были показать свой уровень. На самом деле конкуренция была очень сильная. Не было какого-то мошенничества, и что кого-то поставить на первое или на третье место. Все было честно. Конкуренция, правда, была сильная. Открытый корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills на Ульяновской земле проходит в 3-й раз. В этом году соревнования продлятся до 11 июня в Межрегиональном центре компетенций авиационного колледжа. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.